Свет, звуки, графика, готовность номер один. В эти минуты в Белтеле радиокомпании проходит первая репетиция финала национального отборочного тура на Евровидении. Конкурсанты впервые опробуют сцену. Она установлена в студии 600 метров, откуда в пятницу будет вестись прямая трансляция шоу. Во время финала исключительно живой вокал. Сегодня у каждого участника есть 40 минут, чтобы несколько раз исполнить свою композицию. Репетиции будут длиться до самой ночи. Уже завтра и в день итогового гала-концерта состоятся генеральные прогоны. Напомним, в этом году за путевку на популярное шоу, которое пройдет в Швеции, соперничают 10 претендентов. Очень круто, очень понравилось. Новые экраны. Качество разрешения просто очень порадовало сегодня. Очень круто. Я думаю, что зрителям будет очень приятно посмотреть в этом году Евровидение. С каждым годом, мне кажется, Белтеле радиокомпания набирает обороты все больше и больше и больше. И каждый год это круче, круче и круче. Мне кажется, с каждым годом телезрителей все больше и больше привлекает этот конкурс. Миллиард человек из сотни стран. Такова потенциальная аудитория белорусского отбора на Евровидении. Финал шоу будут транслировать телеканалы «Беларусь-1» и «Спутниковый Беларусь-24», а также сайты Белтелерадиокомпании и Европейского вещательного союза. Подробности первого дня репетиции смотрите сегодня вечером в «Панораме».